В честь Международного дня медицинских сестер состоялось торжественное мероприятие, организованное Управлением общественного здоровья Туркестанской области. Около 70 человек были награждены грамотами и благодарственными письмами министра здравоохранения Республики Казахстан, Управления общественного здравоохранения партии Амана, а также акима области и областного маслихата. Сегодня мы проводим специальное мероприятие в областном центре, Священном Туркестане. Из-за пандемии у нас не было такой возможности. Мы специально пригласили гостей и ветеранов медицины. В регионе работают около 20 тысяч медицинских сестер. Их труд неценим, ведь они заботятся о больных людях. Особенно был заметен их вклад в борьбу с пандемией. Желаю вам увидеть плоды вашего труда, крепкого здоровья и профессиональных успехов, сказал руководитель Управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов. Здоровье населения является самым ценным достижением общества, поэтому сохранение и укрепление его – важная задача, выполнение которой должны принимать участие все без исключения. Не последняя роль в выполнении этой задачи отведена нашему многочисленному, трудолюбивому и, как мне кажется, основному звену здравоохранения – медицинским сестрам. Они упорно трудились и в период пандемии. Благодаря их слаженной работе многих удалось спасти. С праздником медицинских работников поздравили и вручили награды председатель общественного объединения Ассоциации медицинских работников Унтустык Икрам Толиев и депутат областного маслихата Галымжан Елшибай. Также с праздником медсестер поздравил исполнительный секретарь Туркестанской области филиала партии Аманат Бейсен Тажибаев. В торжественном мероприятии звучали добрые пожелания, а лучшим медицинским работникам были вручены путевки в санатории и ценные подарки. Мероприятие продолжилось концертной программой. Одна из награжденных Дуйсикуль Елшибаева, которая имеет 40-летний опыт в сфере здравоохранения, совместные задачи, возложенные на медицинскую сестру, делают ее профессию многогранной и технологически сложной, говорит она. Сегодня праздник у представителей очень милосердной и дружной профессии. Дорогие медсестры, поздравляю вас с вашим днем. Ваше призвание – помогать людям, и мы это бесконечно ценим и благодарны вам. Желаем вам процветания, терпения и удачи. Пусть у вас всегда все будет хорошо на работе и дома. Будьте счастливы и здоровы. Мы рядом с больным в первые минуты ухудшения его состояния в условиях стационара. На дому при активных вызовах оказываем первую доврачебную помощь, психологическую поддержку больных и их родственников. Это нелегкая работа. Спасибо руководству области. Сегодня я получил благодарность акиму области и путевку в санаторий Бургулек. Отметим, в области работают более 20 тысяч медицинских работников среднего звена. Из них в сельской местности более 12 тысяч. На городском уровне трудятся 6940 медсестер. 1560 из них в прошлом году прошли дополнительное обучение. Лола Разметова, Надежда Садыкова.